Здравствуйте, меня зовут Роман Бивзенко. Тема лекции – это due diligence в части изучения вопроса о наличии или отсутствии залогов в отношении приобретаемых активов. Due diligence означает проверка, и мы будем обсуждать, как тому, кто заинтересован в том, чтобы разобраться, есть ли в отношении актива, который является предметом сделки, какие-то залоговые права, как такому лицу понять, все-таки действительно они есть или нет. Будем обсуждать отдельно залоги недвижимости, залоги движимых вещей, залог прав требований и иных прав, которые регулируются Гражданским кодексом. До встречи на видеоконсультантах.